Ну ладно, только единственное, сейчас будет дальше арена продолжаться. Она довольно сложновата была вчера, мне показалось. Но с другой стороны, подкачать персонажей, почему бы и нет. Главное, чтобы битвы сейчас не повторялись те, что потом будет за два персонажа и за три персонажа, чтобы не повторялись эти битвы. С теми же, ну, то есть, короче, поодиночке персонажи сейчас одни и те же враги, и потом, чтобы не было то же самое. Так, у меня вроде Тифа была готова. XP материя. О! 5 раундов, короче, надо будет за Тифу сейчас пройти. Интересно будет посмотреть. За Барретта оказалось внезапно сложно. Я не думал, что за Барретта будет настолько сложно это делать. Отлично, мне. Так мне нравится способность концентрация. Так. Вау, вау. А чё мы так всасываем-то с самого начала? Что происходит? Почему у него не растет стагер? Что происходит? Я не понимаю, что происходит. Так. Да. Почему? Что не так? А малыш за норт, я к нему вернусь, когда у меня будет 99 уровень. Какой-то булшит творится, я не понимаю. Я все равно, мне проще. Мне это придаст уверенности в себе. Сейчас этой уверенности нет. Почему? Что происходит? Можно рестарт сделать? Give up, окей. У него не растет стагер вообще. То есть я использую абилки, которые... Во-первых, я его бью, атаки не вырастает стагер полностью. Я использую фокус-абилку, которая должна стагер этот, увеличивать, а он не увеличивается. Я так понимаю, мне надо, чтобы он прешерет был, но... Чтобы он был прешерет, я не знаю, что мне делать. То есть я использую абилки, и он срал на них все, на все это. Но при этом он рос у него за других персонажей. Мне как бы вот эта система не очень как бы сейчас понятна. То есть я его дамажу сильнее, чем у Барретта. У Барретта у него сразу... Рос стагер. Это глупо. Yeah.
Мне надо было ей фрита экипировать, я этого не сделал. Блять, я ей лечилку забыл экипировать. Ёбаный в рот. Эндрю Гуфенко, привет. Мини-играм каким в плане мини-играм? Так. Как так-то? Elemental Fire, Item Master. Item Master ей в этом бою не нужен совершенно. Блять, как так-то? Я был уверен, что я вчера экипировал, что сегодня не лезть этого не делать. Ох. Нет, к сожалению, нет. Еще одна вещь, которую я не смог пройти, да. Так, ладно, в общем, понял. Надо прешерить врагов максимально. А за нее, получается, будет сложнее всего проходить эти. Кто бы мог подумать, я не думал, что за нее будет сложно. Так. Нет, ждем. Так, то есть мне надо оверпауэр делать, потому что от него растет прешер. Кажется, от него растет. Я хер знаю тоже. Блять, он не попал по мне. Какого хуя? Все, он прешер пошел. Блять, Тифа, я тебя ненавижу, честно. Я не то использовал. Я не ту абилку сейчас использую. Так, отстань от меня, мужик. Его опять прешерить надо. Но при этом у меня... Yeah.
Знаешь что, мужик? Worked up a good swipe. Так. Вот эта драка сейчас будет сложной. Возможно. А может и нет. Так, сейчас. Я ненавижу это все. Он опять не прешерит. Ну какого ж хуя? Блять, чуть-чуть, чуть-чуть. Нет, 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 знаете как? Сначала True Strike, а теперь Somersault. А теперь Star Shower. Ладно, это было легче, чем я думал. Фу. Так, а кто был третий солдат? А, этот чел. А. Что-то... А, у него опять прекратился. Короче, интересно, я раньше этого не замечал. Это да, один какой-то наемник. Я раньше не замечал, но Тифа, она не может прессовать врагов нормально. То есть это хорошо получается у Барретта. И, например, у... У Клауда. В нее же не очень. Любопытно. Он, если меня поймают в захват, он мне примерно половину жизни снимает. Так, пока он прешет, фокус страйк получится. Come on. Get down. Gotcha.
Вот, вот этот тротл. Если он получается, это мне жопа, короче. Зато прикольно, что приходится пользоваться всеми абилками вообще. Ну, практически всеми. Дайвкик мне до сих пор не особо нужен. Вон. Так, вот этот босс бой был не проблемой у всех. У нее будет этот бой проблемы, понятно. А почему бы и не дайвкик? Так, но последний бой, вот этот, это сейчас будет беда. Самона можно здесь призывать? Если да, то в принципе нормально будет. Кошку, уйди нафиг. А, всего один раз вызывается? Серьезно? Уф, это плохо. Он, кстати, вообще не прессерит. Во, сейчас. Сейчас прессер сработал. Так, что мне лучше? Дайвкик, наверное. Дайвкик вроде неплохо хотя бы снимает. Так, он разозлился. Он разозлился, это плохо. Это очень плохо, блядь. Я зря от него пытаюсь убежать, мне не получится. Так, а если сейчас оверпауэр попробую? Так, лимит. Использую сразу. Не буду ждать стагера, потому что мне его лучше запрессить сейчас. И сейчас дайвкиком, наверное. И фокус страйк. Старшаур. Так, давайте-ка читрап положим ему напоследок. Да, фу. Ладно, я должен сказать, это интересно. Первый босс, бой за нее был сложноватый, потому что было непонятно, что толком делать. А остальное пошло попроще. Рун Армлет. Надеюсь, это хорошая штука. Так, следующее у нас будет два персонажа против Хайфлайерс. Хайфлайерс, это в смысле Airborne Heli Troopers and Grenadier. Airborne Heli Troopers и Grenadier. Так, мне нужен Барретт в команду, это точно. Мне нужен Клауд в команду, это тоже точно. Клауд, значит, отбирает огонь обратно у... Огонь убирает у Тифы. Как это делать, я забыл. Так.
Где мой огонь, тихо. Так. MP up, stat fast, deadly dodge, healing, healing максимального уровня, да? Так, Барретт отбирает у Тифа лечилку. HP absorption, Blizzard. Ага. Чакра, Poison, Lock up, Enemy skill, Healing barrier, Time. Так, ну ладно, в принципе, готово. Вдвоем не должно быть так сложно, я надеюсь. Тем более Барретт может танковать сейчас. Возмущает, что я за это деньги плачу. А что за дерьмо? Я думал, летающие враги типа там, ну... Weakness win, блядь. Don't overdo it. All right. Watch and learn. Ха. Oh yeah, another one in the back. No holding back. Куда-то переключился, Клауд, нет! Клауд, нет! Клауд, дебил! Долбоёб! Это кто у нас? Weakness Blizzard. Что-то я этих врагов вообще не помню. Мы точно с ними сражались, блин? Третий раунд, да? Чё ж меня ждёт дальше-то? Элитные хилитруперы или обычные хилитруперы? Элитные. Но у них слабость к огню. Это хорошо, потому что, ну... Ты сволочь. Так, не больно ли они крутые? Так, один из них крикнул «Feel the burn».
Какого хера, Клауд? Какому хуй ты не попал магии? Что это было сейчас? Ну, в принципе, пока идет довольно легко. Но сейчас что нас ждет в финале? Раз Дрейк. Кажется, меня ждет что-то очень нехорошее. Так, мне нужен Барретт. Пожалуй, мне надо использовать Барретта как танк. По-моему, Барретт сейчас помрет. Так, просто чего у него выкнулся? Никаких сейчас. Ох ты ж ёбаный насрать! Что происходит? Так, Ифрит. Давайте Ифрита наплевать. You're up. Надеюсь, он мне хоть что-нибудь сделает, поможет хоть как-то в этом бою. Возможно, нет. Так. Отлично, отлично, отлично. Клауд, нет, нет. Теперь Барретт лимит свой. Фу, ну ладно. Ладно, могло быть и лучше, но в принципе нормально. Heal up материя. Но в этой игре не особо нужны. В этой игре не особо-то и нужны деньги. Так, ну ладно, у нас, значит, осталось снарядить только Тифу, да? Elemental материя, пусть она возвращает свой винт, который у нее стоял, да? Или Lightning поставить. А что если она... Блин, а я не знаю, чем лучше ей атаковать, электричеством или... Пусть электричеством, наверное, атакует.
Так, Wind качается Subversion. First Strike стоит. Это Best Tagger. Пусть тоже лечилка стоит на всякий случай. И в принципе, с таким количеством магии ей, наверное, MP Up нужен. Я так думаю. У меня как раз есть один MP Up. Ну, финальный бой. Я надеюсь, что здесь больше не будет таких боев. Так. Team Ragback. Клаудбар тихо. Так, Тифа. Оверпауэр. Клауд. Я не понял сразу, что это один из этих говнюков. О, черт. О, черт. Я думал, их больше не будет. Нет, не стреляй по нему, Вася, бля! А, я и сам его убью. Ну ладно. Подождите, не бейте его. Не бейте его, чуваки. Господи, я вот этих врагов ненавижу. Whoa!
О нет, я перебил его танец. Нет. Господи, это было долго. Так, это был третий босс? Бой. Или второй? Третий, второй. А ты что такое? Hellhound. Опс, опс. Надо от собачек сначала избавиться. Don't overdo it. Так, фокус страйк. Фокус страйк. Бля, хуй он меня вообще просто уничтожает. Он меня просто унижает. Ладно, он остался один. Уже лучше. Так, Клауд Брейвер. Охереть, охереть, я тут все трачу, конечно. Вашер, привет. Я так увлекся, что даже не заметил. Сколько он последним ударом снял? 4 девятки? Одним добивающим ударом? Ой, блин. Так, предпоследний бой. Этот Blizzard, этот Зандер. Смогер. Я смогеров не люблю, блядь. Я вообще этих врагов всех ненавижу.
Так, главное мелочи с мелочью сейчас разобраться. Отлично, отлично, отлично. Со смогером, с одним, к чему Зандеру, да, слабость у него. Так, тогда Клауд его стагерит. Блять. Клауда жизнями-то не очень хорошо. Вы его все стагерите. Ифа, лечи, пожалуйста, Клауда. Не успею, наверное, но попробую хотя бы. Успел. Так, ну и чё, финальный босс, на нем можно будет использовать... Блять, что за говно, что за говно, какого хуя, какого, блять, хуя? Зандер и Зандер. Ифа, Тифе надо бустаться. Так. Клауду, походу, надо просто не умереть, постараться. Так, а Барету придется на себя брать весь урон. Бля, Барет, постарайся не умереть сразу, пожалуйста. Так, что может против него помочь? Focus Strike? Нет. Overpower? Да, Overpower. Ой, нет, 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 нет. Так. Так, 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 так. У кого плохо с жизнями? У всех. Барретт. Блять, я случайно полечил два раза эту. О, я бы не бил. Блять, как я вас ненавижу, суки, с вашими перебивками атак. Барретта с жизнями вообще плохо. Ну, неудивительно, он на себе весь адамаг собирает, но... Так, Тифа. Есть, стагер, 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 стагер.
Так, один готов, все. Живем, 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 живем. Мы справимся. Надеюсь. По идее, все. Да, это была сложная арена, мягко говоря. XP up, материя. Фу, и слава богу, новых матчей здесь не добавилось. Слава богу. Так, XP up. Она увеличивает только одному персонажу или всей партии? Если всей партии, то в принципе эта штука хорошая. У Тифа лечилка, мы ее сейчас выкинем нахер. Так, XP up. Увеличивает опыт, полученный на 100%. Но одного или всех персонажей? Попробуем. Если у всех, то это победа, конечно. Так. Одному, да? Не знаю, тогда надо это или нет. Ну пусть будет, наверное. Так, ну а так, в принципе, мне все нравятся, как у меня сейчас стоят. Вторую лечилку для Баррета, я думаю, оставлю. Мне нравится, когда у меня два персонажа лечат. Ну что, с этим закончили, да, совсем? Так, сейчас один момент, я подойду.
Так, я вернулся. 39 часов на игру. Игра на 7 часов, я напоминаю. Так. На 5-7 часов. Итак. Мы идем спасать Айрис. Как мы это делаем? Cloud? Holy shit! It's cool, bro. We went through training together. Damn. So you're still alive and kicking, huh? Some of the guys heard you got smoked, but I told them it was all bullshit. Hey, sit tight, man. I'm gonna go get Kunzel. I'll be right back. Old buddy. Так, это отсылочка к Crisis Core? Yeah. But you were just... I'm good. Let's keep moving. Валим, пацаны, валим, пока нас не заметили. Я не понял, почему мне подсказывалось надо наверх. Сейчас, момент, я тупой. Я сохранился, да, сохранился. Так, мне надо наверх. Нет. Блять. Все, я понял, мне надо выйти отсюда. Чё же они софтлок не могут починить, что ли? Чё за хрень? Бежим, пока нас свои же не достали, ребята. I trust the narrative is intact. Rock solid. The people have embraced the Wutai Avalanche conspiracy wholeheartedly. I've almost come to believe it myself. Wutai's response? So far, nothing. And if those cowards do react, all the better for us and our story. Very well. Then we shall stay the course. Чёртов Вутай! If I may, sir, there was one other matter. Oh? A message from our man Palmer. Damn it! Barrett. Yeah, yeah, I know. We came here to save Barrett. That's our first priority. That's right. We only get one chance. Hojo should be at that board meeting, so that'll buy us some time. We need to plan this just right. Блин, здорово, что они решили все каноном сделать. Можно даже как-нибудь Last Order припихнуть, в котором события по-другому немножко проходили. Так, сейчас одну секунду. Так. Не сюда, извините. Я что, этажом про... Сюда? Никому не нравится Last Order. Do you think that's where Professor Hojo is? Where he should be. Профессор Ходжо. Тот еще говнюк, конечно. An important meeting is in session. Can I help you? An important meeting is in session. What's the plan? Little bit of recon. Need to find a way to infiltrate that room. You hear the words coming out of your mouth.
We just gotta find that bathroom so we can get into the air duct. Ask anyone here. They can point us in the right direction. А про Зака ничего не было вообще. Вообще ничего. То есть эту тему пока очень неумело обходят. Окей, сейчас сохранюсь тогда. Ну ладно, перед тем, как в туалет пойдем. Перед тем, как сходим в туалет, мы сохранимся. Так. Вообще, интересно, будут ли они вообще трогать этот момент здесь. Чего? Презентацию. В пейнте наверняка нарисовал какую-нибудь херню. Что, вас смущает, что я стою и слушаю ваш разговор? Темно. Что скажешь? Блять, хоть кто-то обратил внимание, что они как-то странно одеты на этом этаже. То есть, ладно, ладно, допустим, что Клауд, он еще одет как солдат, типа, да? Он еще сойдет за своего, хоть он и таскает свой ебаный меч с собой. Но Тифа и Барретт, они как-то выбиваются из общего. Did you see Sector 7? I can't bring myself to look. I went to the Skyview Hall. It's worse than I imagined. So, they're discussing a reconstruction plan in the meeting? Yeah. Director Tuesti was preparing a proposal. Так, вон тот туалет, который нам нужен, да? А ты что скажешь? I don't recognize you. What department did you say you were from? Yes, what is it? Звучит, наверное, неплохо. Я мармелад не очень... Не очень люблю мармелад, на самом деле. Но вот от сидра я бы не отказался. Да. Я все их жду, они должны где-то быть. Evil Beer, привет. Where are you going? That's the women's bathroom. Серьезно? Я вижу, что там написано. Я вхожу. Where are you going? That's the women's bathroom. All right, I'll wait out here. Huh? You can't hang out here. Tifa, it'd be better if you waited inside. Maybe, but this is... Oh... Never mind. You're right. Тифа, ты что, никогда не была в мужском туалете? Oh, thank God. No one's in here. Love to show them what the ones down below look like. Come on. Let's just find that duct. Да. Вообще, игра уже насчет гендера Клауда сделала все, что можно. Gotcha. Look, I'm on guard duty. Большеват. So, can I go with you? Don't want to be here any longer than I have to. Yeah, sure. Just follow behind. Ну, вообще, я не помню. Мне всегда Мидгар казался очень долгим в первой части. Ой, в оригинале. Блять, какой у него меч клёвый.
Я не помню, сколько он там занимал по времени, но мне всегда казалось, что очень много времени. Клауд, направо. Поворачивай, блядь, направо. Направо, блядь. Там тупик. Ей. А теперь назад. А чё, развернуться я не могу, что ли? Не знаю, у Снейка как-то получалось. I'm sure they're safe. But we live right by Sector 7, and I keep calling and calling, but I still can't get through. I heard that all the phone lines are down. It doesn't mean anything. You sure? Pretty sure. Он по стелсу шумит руками. Depending on the board's decision, we may start two projects simultaneously, rebuilding the plate and the city. Members of the Urban Planning Division will likely take point on both. Director Twesty has ordered teams to come up with 3, 5, and 10-year plans. Each team needs to come up with a detailed proposal and schedule. We're going to have to put a lot of man hours into this, so we'll need to start ASAP. Does anyone have any questions at all? If not, then we'll wait for the director to return. Что-то они как-то энтузиазмом-то не дышат. Что за херня? Они все заняты, они все в шоке, что произошло с 7-м сектором. И не понимают, что происходит. Может, слева материя будет опять? В Resident Evil 6 ничего не было хорошо. HP up материя. Ну, спасибо, конечно. Нахер не надо так. This it? I'm telling you, I saw him with my own eyes sauntering down the corridor. We don't have time for this nonsense. He was as close to me as you are now. The shock of it made me spill my tea. Enough already. If there are intruders in the building, my men will deal with them. But, Mr. President, sir, I swear to you... Reeve? Sir, I have the damage assessment for Sector 7, and I'm afraid the figures are catastrophic. Spare us the doom and gloom. Was there anything else? Well, sir, I've also drafted a that reconstruction plan for... Huh? Not with the Ancient in our custody once more. With respect, sir, two I don't see words, how... words, Reeve. Neo Midgar. Neo Midgar, yeah. In their promised land, we will build a new Mako-powered metropolis. Mr. President, we still don't know for sure that the Promised Land even... Professor Hojo,
The test results were within expectations. The specimen is somewhat lacking compared to her pure-blood mother, but for our purposes, she should more than suffice. So she can lead us to the promised land? Well, Mr. President, that remains to be seen. I would like your permission to secure her cooperation through more forceful means. Forceful, yet gentle. She is a precious resource that must be handled with care. Personally, I've never had a problem with torture. My armor is at your disposal, should you require anything. I had something more psychological in mind. Better to scar the psyche than mar the flesh. Какие они все клевые. Proceed as you see fit. However, you will not make the same mistake twice. Is that clear? If I may, Mr. President, I have an idea how we might mitigate the risks. Simply put, we could have the Ancient. Yeah, они будут размножать Айрис. In the absence of a second specimen, we would need to identify an alternative mate. I would start with candidates from Soldier. These would, of course, include S and G types. Quite frankly, there's no telling what kind of properties a crossbred specimen might possess. So, what say you all? If there is nothing else... Mr. President! Meeting adjourned. Please, sir! Хуёво Риву здесь работается, я думаю. Something stinks. Еще забавно, что Палмеру никто не поверил насчет того, что он видел. Того, кого он видел. Anything? The man in the lab coat. Head of R&D. We follow him. Okay. And then we kill the son of a bitch. Not until he's led us to Aerith. That's the plan. Вообще, идея, конечно, на самом деле гениальная. У нас всего один образец древних. Что мы будем делать? А давайте мы ее размножим. Что с этими зеркалами, блять? Что это такое? Что это? Просто обычно такого не ожидаешь от, ну, от злодеев. Who would have believed it? I wonder. Were I to arrange a face to face? How I should like to meet their offspring. But that can wait. First, we must have answers. A simple psychoactive agent should suffice. Nothing likely to cause any long-term damage. Let's go. Right. Еще чуть-чуть и лишился бы руки. Музончик новый есть? Нету. Но есть вещички по скидке, это хорошо. Всегда я смотрю одни и те же вещи, да, по скидке продают. Так.
О, блин. Целерис, я даже не знаю, что это за штука такая. А не ловушка ли это? Бля, Ходжи, какой он мудин, конечно, а? You must be the ones who've been stirring up trouble lately. The eco-terrorists? Так, он Клауда же не видел еще, да? В смысле, не обратил на... I can't imagine what business you have with me. The president's upstairs. Go on, shoo! Shut up. Keep walking. У него кого-то лицо здесь напоминает, какого-то актера. Do stop pushing. Unlike you, I am less accustomed to physical violence. You'll get used to it. What is it that you want? Our friend. She's in your lab. Really? Tell us where Aerith is. Oh, so she's your friend. Well, well, well. In that case... That might do the trick. Mind speaking up some? It's nothing. Just imagining how she might react if I were to present to her your fresh corpses. Так, I promise. You will regret this. Откуда эти жуки посыпались? Это что, блядь, за ктулху? Так. Организм экструктор. Он просто нажал... Я не помню этого босса. Но он сейчас нажал просто на кнопку... И откуда-то с потолка упали жуки. Так, ладно, мелочь готова, кажется.
than that. Понятно. Так, с ним нужны очень такие атаки. Быстрые. Или как у Барретта. Так, ну-ка, Клауд, давай-ка. Что? Мне, конечно, нравится драться в темной лаборатории, где нихуя не видно, но что-то... Надеюсь, она его нормально дамажит. Нихуя себе. Так, Барретт, лечи Тифу. Это раз. На себя накладывай опять Steel Skin. И лайфсейвер опять делает. Так. Немного не понимаю, что в этом бою происходит. Третья фаза, охереть, сколько у него фаз? Bring it.
Охуеть! Что-то мне это напоминает. Отлично, отлично, отлично. Так, живем, кажется. Руку сяд. Немножко, ну, давай. Чуть-чуть. Блять, есть стагер. О, господи. Талисман какой-то я получил. Так, мне надо другой кабель для планшета сейчас после катсцены, блядь. У меня не заряжается планшет. Блин, я не помню этого босса вообще в оригинале. Он такой же говнюк был? Так. Сейчас, момент. Может, поэтому и не запомнил его. Так. Охереть их, конечно, отлупили, так сказать. Так, Elemental все еще так же. Пап все еще так же. Steadfast Block. Deadly Dodge. Deadly Dodge не. Ладно, пусть качается. HP Up. Assess. И Healing. Так, айс, HP up, чакра. Чакра прокачалась, неплохо. Тайм. Бля, вот этой штукой я не пользуюсь. А надо было бы, вот в этом бою надо было ее использовать. Хилинг. Тифа, Elemental Lightning. XP 100, First Strike. First Strike отлично. Вот так. Так, мне надо качать. Я перестал обилки качать им, да? У оружия я имею в виду. Cloud. Finish off an enemy. Blade Burst. Ага. Barret. Finish off an enemy. Ага. Тифа. Прокачала. Ну, Тифа, вот эта обилка мне очень нравится. Она стагер улучшает так хорошо, что прям... Замечательно работает. Так, назад меня не пускают. Плохо. О, отлично.
Бля, кто его, интересно, здесь озвучивает, кстати? The results provided by my predictive models indicate that this force should be more than capable of handling you. Y'all about to learn predictable. We're taking Aerith back. Oh, take her back, you say? Correct me if I am wrong, but did the girl not come here of her own free will? Or do you mean to tell me that she is your personal property? She only came here to save Marlene! I'm afraid you misunderstand. But I really can't be bothered to explain. This facility is home to extraordinary specimens that will change the world as we know it. Do try to be considerate. Так, элитные говнюки. No holding back. Не. Они проблемы не будут. Наверное, они будут, я не знаю. Что-то кажется, они проблема. Так. Какая там Point Blank обилка, да? Найс, найс. Красиво. Но это обилка ближнего боя. Нахера нам? Ты же говорил, что этого достаточно. Yes, an unknown variable, perhaps. Well, no matter. Reinforcements will soon arrive. But will they get here in time to save you from me? Why are you a soldier? Yeah. Так, погодите, события идут не так, как я думал. Нет. You came for me. Yep. You good? I'm great. Реда 13 не запускали в ее камеру. Чуваки с лайтсейберами. Thanks for saving Molly. I owe you one. Save it for later. Так, ну конечно, Зандеру они. Нормальным снимают, в принципе. Но главное, по идее, им больше всего должна снимать как раз... Хотел ее Кайри чуть не назвал, блядь.
Ого! А чё у них так жизни-то мало? Что происходит? Что, блядь, за империя на льду? Не помню. Опять же, я плохо помню оригинал. Aerith, you okay? Thank you. No biggie. Let's get out of here. Так, ну, в принципе, ладно, ладно, мы с ними справились кое-как. Ага, это эксперименты Шинры, да, другие? Просто я помню, что в оригинале там, по-моему, Карис запускали Реда 13 в камеру, она от него что-то убегала, или он просто к ее подходил, к ней интересовался, просто ей что-то такое было. Блин, да чего он здесь здорово выглядит, охереть. Так, 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 стоп, где моя книжка? Ладно, сейчас просекаться. Блин, он слишком круто здесь выглядит. Did it just talk? You asked what it is. I am that which you see before you. Nothing more. I'd appreciate it if we simply left it at that. Agreed? Thirteen? Red 13. The designation given to me by Hojo,
Then you must have another name. What is it? And got away. So, we're gonna go get the son of a bitch. Клауд, ты в порядке? Помнишь, он сказал, что ты не был солдат? Не дают развернуться. Да, как здорово все-таки они все это сделали, а? Никто его даже не остановит, да? Привет, массовый убийца. You know, Reno, I think you might be due for some R&R. Nah, I'm good. What are we going to do about Sector 7? We are going to do nothing. Который вы уронили на жителей. Been thinking. Was all that necessary? Had we refused, someone else would have completed the task. We have spared that someone the burden of a guilty conscience. Perhaps that will ease yours. That's bullshit. Yeah. Nope. Let's try another tack then. They were a sacrifice to balance the scales. Say what? After everything we'd taken from the planet, we were due to give something back. Do you actually believe that? Does it matter? Yes. Understood. The VP needs us. Семнадцатая глава. Всего 18 глав, по-моему, нет? Или 19? Клауд. Oh, thank goodness. You're awake. You okay? Yeah. Where are we? Where I lived when I was still a child. Их посадили в... Так, сейчас, одну секунду. Прежде чем мы продолжим дальше, я хотел зачитать описание Реда 13 из книжки. Да и вообще других персонажей. Это книжка, вот гайд, да? Red 13. Этот страшный, кровавого цвета бык атакует своей прической. А может, это такой кот?
Несмотря на свою внешность, он очень умен, хитер и красноречив. Возможно, это результат еще одного эксперимента Шиннера. Так. Баррет Уоллес. Да. Баррет Уоллес. Очень любит свой гатлинган. Он лидер Аваланч Групп вместе с Клауд. Вы встретите их в самом начале игры. Потеряв жену и родной дом, он всю свою жизнь посвятил борьбе с корпорациями, разрушающими планеты и вселенную. Со своим огромным пистолетом он производит грозное впечатление, но в душе он добр, как ребенок. Тифа Локхарт. Тифа входит в отряд Лавина, Аваланч. Иногда возникают конфликты, особенно по поводу милашки Айрис, новой подружки Клауд. Она уладила конфликт Баррета и Клауда. Вы когда-нибудь дрались с кошками? Ну так вот, лучше не пробуйте. Так. И кажется, все. Про других персонажей здесь ни слова. Нормального. Так, кошку, иди нафиг. В общем, очень хорошая книжка. Очень мне нравится. По ней проходить одно удовольствие. Так. Magic Attack Power я не буду качать, оно мне не надо. Так. Debuff Resistance. Нужен ли мне Debuff Resistance? Наверное, нужен. Так, то есть здесь жила Айрис. В свое детство она. Я не спрашивал. Are you okay? Maybe you should rest a little longer. О, новый посох. Я так понимаю, это последний посох для этой. Для Айрис. Я еще этот-то не прокачал. Conjure Magical Lies. Lies who use it within the reach. Я прокачаю этот посох, потом за тот возьмусь. Don't scare us like that, man. I don't want you to push yourself. We're all worried. Don't thank me. Are you okay? Maybe you should rest a little longer. My mom and I stayed here years ago when I was just a little girl. The room looks exactly the same. Every morning, they'd come and take my mom away. I remember crying here alone. Aerith, before we break out of here, talk to us. There's so much we don't know. I'm a descendant of the ancients. That's pretty much it, really. Oh, but just so you know, that's not their actual name. They called themselves the Cetra. We who were born of the planet, with her we speak, her flesh we shape. Unto her promised land shall we one day return. By her loving grace and providence, may we take our place in paradise. You know it. Yeah, well, honestly, I thought that part was just a fairy tale. Shinra thinks it's true. They've been searching for the promised land for a long time. And they must think you can lead them to it. Can you? Nope. Someday, maybe, I'll find it in me. But now, not even if I wanted to.
Even if you could, that land belongs to... Я, кстати, хочу почитать про Мисс Неверленд. Вроде его схвалят очень сильно. Shinra's after it because they believe it's rich in Mako. Mako they've got no right to claim. But they'll try to take it anyway, won't they? Greedy bastards will never stop. Okay, new plan. Y'all take Aerith and get the hell out of here. Me, I'm gonna go bust some shit. Эй, Сара, спойлеры. Barret, wait. You can't do that. Да? Там вроде несколько глав осталось до конца. These assholes again. Probably some Shinra science experiment. Whispers. Perhaps best described as arbiters of fate. They are drawn to those who attempt to alter destiny's course and ensure they do not. Like capital D, destiny? The flow of the great river that is the planet, from inception to oblivion. And you're saying that that flow is somehow fixed? Yes, for it is the will of the planet itself. So if we're destined for a bleak future, these whispers will try to keep us on that course? Now wait just a damn minute. How in the hell can you possibly know any of that? You're just a dog. Cryptic stuff. Which could all be bullshit. I mean, ain't you a shit? Ой, не говорите этот Evil Beer, это мусор какой-то. I'm not a rat dog. When Aerith reached out to me, I found this knowledge of the whispers. Listen to me. Please. Aerith. The Shinra Electric Power Company isn't the real enemy. А кто? It started with them, sure. But I promise you, there's a much bigger threat. I just want to do everything in my power to help. All of you. And the planet. Aerith, what are you not telling us? Надеюсь, Сара, тебя за сайбербуллит сегодня в интернете. I'm lost in a maze, and every step is taking me further from the path. Every time the whispers touch me, I lose something, a part of myself. Follow them, the yellow flowers. It's okay. We'll find a way out together. Okay. Weird. Aha! There you are. What are you doing, man? Hey guys, long time no see. Long time no see. You're here? You shouldn't be up and moving. I'm feeling much better thanks to Elmira's cooking. Ah, but that's not what I wanted to talk to you about. Listen, any moment now. What was that? An explosion? HQ's running the show this time. They're raising hell to try and flush out the president. This complicates matters. That explosion just now put the whole building on high alert. So now we're trapped in here? No need to panic, little lady. See? You can... Окей, там вообще никакой штурма не было здания. Там было... HQ's bailing us out? I doubt it. Not after all the shit we've pulled. I asked them really nicely. Like super duper nicely. Thanks, Wedge. Just get to the roof, okay? I didn't ask him to do any of that. Yeah, well, I'm glad he did.
Мне сейчас надо выбирать сопартийцев? Если да, это будет круто. Или нет? Join party. Айрис и Тиф. Да, не говори, это так странно. Так, Айрис и Тифа. Тифа и Айрис. Ха, неожиданно. Так, Bladed Staff. Давно у Айрис в команде не было, ух. Да, жирный каким-то чудом остался жив. Так. Чё мне надо? Strike an enemy, да? Один раз. Я не понял, а как эта штука будет их бить? Так, Prayer материя, Magic Up материя, Ice материя, Magnify материя, Magnify. С чем мне Magnify поставить? Так, пора отбирать у Тиф. Нет, огонь у Тиф отбирать не стоит. Так, MP Up и Magic Up. Основные, что не стоят. Prayer и Ice. Ice не прокачанный. Так. Cloud, Fire. Пусть стоит. MP Up, Steadfast, Deadly Dodge. Тифа. У нее больно до хера магии. Пусть Lightning остается, Wind переходит к Айрис. Ice остается. И на Magnify пусть у нее качается, стоит. Вот этот Ice меняем местами. Чакра, Poison, Lockup, and Skill. Blink, Barrier, Time. Так, мне нужны две магии. Мне нужен огонь. Огонь у Тифы, да? Где у Тифа огонь? Блять, нет, это не огонь у Тифа. Это просто пишется, что у Тифа будто бы огонь. Так. И Зандер. Да. Я постоянно забываю про нее. Так. Чокобо и Мугл остался у нас. Чокобо и Мугл. Давно его не использовали. Ну, в принципе, у нее хотя бы здесь был отдельный туалет. Таком-то, конечно, да, не очень. В оригинале это, кстати, довольно жуткое место было. Потому что внезапно открывается камера, и вы идете, и здесь все кровавлено и все такое. Здесь, конечно, вот это со штурмом. С помощью аваланчи это как-то... Не знаю. Мне по жизням все окей? This way. Yes.
His odor still lingers. Прикольно, что они все вместе бегают. Такая партия, блин. Да. Так, Зандер. Вот суки. Так. Нихера себе они дамажат-то, блядь. Так. Как там? Вот этот щит. А, ну и как он должен от... А, он отбивает. Блин, а довольно прикольная штука. В общем, его будет прокачать не так уж и сложно, этот щит, на самом деле. Nice job. What? Дай 5. What the hell, Red? Я не доверяю людям. Так, ну опять мы к этому лифту пришли. По скидке ничего не отжаль. Просто собака, блин. Так, сколько за раз использования Арис качнула эту? Так, Тифы надо материю новую поставить. 30%. Ну, нормально. Джек Клауд, больше не будешь терять сознание? Что бы это могло быть? Кто бы это мог быть? Hell is this place? Hojo's treasure, Shinra's dark secret. Foxhound Dark Little Secret. To burn it all down, but we need to get to the roof.
Это щ... Ох. Дженова. What is that? Genova. Так, это флешбеки идут. Mother. Together we will reclaim our world. I'm sick of this. I'm sick of all of this. Cloud? Они его видят? То есть это в этот раз не... О, отлично, наконец-то. Это не галлюцинация. Tell me. Is it really you? Don't deny me. Good. And thus is the hypothesis proven correct. I can only hope you will continue not to disappoint. Мне нравится, сколько здесь всяких персонажей, у которых свои цели, а? Так, ну здорово, здорово. Клауд в одиночку остался. Молодец, Клауд. I'd better hurry. Может быть... Кстати, сейчас было бы очень круто... Test subject pods? Guess I can use these. Было бы очень круто, если бы вот сейчас он начал бы в флешбеке видеть происходящего. Сейчас идеальный момент для того, чтобы вводить как бы в... ну... Вводить, рассказывать про прошлое Клауда. Идеальный момент для этого. Don't deny me. А, только не эти говнюки. Без Айрис это будет сложновато. А, Ретранс Джон Клипатис гест мембер. Хиллайт он звонит под хисну. Ну, в принципе, логично, потому что он неполноценный перс... Потому что... Ну, так-то логично, под конец игры давать еще одного персонажа, конечно, было бы, наверное, не особо правильно. Но немножко обидно.
Ух, нихера себе Брейвер стал, как дамажит. Ну, не, я понимаю, да, но... Это примерно... Это примерно как в... Как он называется-то, господи? Гостевые персонажи Final Fantasy 12. То есть у тебя смог бегать спокойно с тобой еще один практически полноценный персонаж, но ты им не управлял. Я про этих, господи. Про говнюков. Мелкий пацан, который... Ларс или Ламонт, как-то так его звали. И другой чел. Какой-то типа рыцарь или кто он там был. Я не знаю. Я запомнил его имя. Охереть, я запомнил его имя и его псевдоним. Но я... Вот Вослер, пираты не помню. Но я вообще не помню ни хера. Эй, если бы там была бы Applejack, это была бы лучшая игра в мире. Yes. Вослера помню. Это чел, по-моему, с большим мечом. Да, да, да. Упс. Так, интересно, я сегодня, у меня получится сегодня закончить игру вообще? Если это предпоследняя глава, сомневаюсь, что последняя глава сама по себе будет большой. Вряд ли, да? Mm-hmm. То есть, по идее... Блин, я даже знаю, чей канал посмотреть и этот... Certain Vessel, чувак на Ютьюбе, он... КХ, он ломает очень сильно игру. Этот, там разные локации смотрят. У него, по-моему, по финалке что-то было. Вон он какие-то абилки использует. 17-я гигантская, да, глава? Ну окей, тогда не сегодня, так не сегодня. Блять, Барретт, ненавижу тебя.
Не убивайте его, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Блять, это пиздец. Эй, я ничего российского не сказал. Мне надо, чтобы этот враг выжил. Пиздец. Зандервинд, конечно. Не та, не та вилка, блядь. Keep it together. Ну чё, сможет? Нет. Не понял, кажется, получилось все равно. Guess we're out. What's the plan? First, we find Tifa and Aerith. Then we head for the roof. Should be an elevator somewhere. Didn't expect any of this, but we just gotta roll with it. Come on, let's go. Все пошло не по плану. А, мы уже вернулись сюда практически. Нормально. Конечно же, в игре Клауд не может прыгать так же, как в катсценах. Жалко, что он все-таки не полноценный персонаж. Твин Стингер. Так. Последний меч. Brace for attacks and retaliate with powerful. Контратака. Twin Stinger. Так, я ходить-то могу с этой контратакой? Так, вот это сразу качаем. Чем мне отчет сейчас огонь у него стоит на атаку? По-моему, огонь.
Блин, что-то он, мне кажется, больше на этот заточен, на ману. Так, 6, 6, 6. Так, Fire материя вместе с элементалом, MP up, Stead Fast, Healing, SS, HP up. Deadly Dodge. Что мне еще осталось? Да, он у меня... Но он со мной не как партии, конечно, жалко это. Так. Deal up. Luck up. Magic up. Может ему еще один HP up воткнуть? Пусть у него будет куча этих жизней. АТБ буст. Мне не нравится АТБ буст, что его надо юзать именно отдельно. Бординг. Бординг материя. Вот пусть бординг стоит. Отлично. У Барда как дела? У Барда оружие прокачалось? Еще разок. Его, к сожалению, не дали в команду. Блять, это клевый меч. Этот, его в команду дали, но не дают его настраивать вообще. То есть он самостоятельный здесь персонаж. Эй, там материя. Мне нравится, что мне нравится, что мне не приходится выбирать здесь, с кого из сопартийцев брать, а кого оставлять. Я не люблю это в РПГ очень. Мне нравится, что здесь постоянно идет переключение. То мы одной тройкой, то другой тройкой. Здесь тоже что-то есть, если будет. Чарли Шин и флиртующая бунтарка погибли. Толстый ждет их наверху, он помогает им это. Ну, выбраться. Hello. Cloud? Can you hear me? Yeah. You okay in there? No need to worry. We're fine. But what do we do now? I don't see any way out of this room. Can you all hear me? Hojo. So, tell me. How are you finding the drop? You know it's filled with the most advanced technology in Midgar, if not the entire world. You should feel honored to see it firsthand. You'll also have the opportunity to take part in a rather ambitious experiment of mine. What? When all the pieces are in place, I will open the door to the third ward. Perhaps you can help me. Necessary preparations. Given that you're already in the perfect position to do so, I look forward to data both invaluable and instrumental. Necessary preparations? What the hell is this asshole talking about? Can't we just ignore him and keep going?
I'm afraid not. If I know Hojo, he won't let us out until we indulge his request for data. You said something about a ward, right? I'm pretty sure I saw a door to one upstairs somewhere. So, you want to check it out? Switch parties? Блять. А, блять. Ну, да. Блять, только я сказал. You two will be on your own. Be careful. Thanks. We will. We'll be waiting right here. If anything happens, anything at all, you call us. Alright? Roger that. Или я не понял. Я не понял. Привет. Я не понял сейчас маленько. Hey, you think Cloud's doing okay? He's been acting really weird lately. Мне надо за обоих. True. But it's Cloud. I'm sure he'll be fine. But what about you, Tifa? How are you holding up? Huh? Oh. I'm fine. Вообще Тифа, кстати, довольно нормально приняла то, что Сефирот сейчас появился. Нет? Так. Сколько мне еще и для апгрейда? Еще несколько раз его заюзать этот посох, потом на сечи переключаться. Вообще у меня они нормально эквипнуты обе партии, так что, в принципе. А, ну это нормально, это хорошо. Я боялся, что не так немного будет. Единственное, только, возможно, мне надо Айрис поменять ее. Что у нее там? Spectral Cogwheel, да, стоит. Что-нибудь получше по... Consuming MP. Fill the limit gauge. Увеличивает максимальную... Вот это вот ей лучше. Да, ей лучше вот это. Так, а Тифия... Что у нее? Duration, Dermental, Statpsych... Да, стоит пусть это, наплевать. Так они экипированы, в общем-то, обе нормально. Ого. This has to be the third ward, right? Think so, but it looks like the door's locked. There has to be something we can do. Let's look around. Gotcha. Так, здесь что нужен? Здесь, наверное, нужен ряд 13? Нет? Нет. Сейчас, здесь еще. А, нет, там просто нажать, наверное, на кнопку. Да не туда, ты, Тифа, блин. Сара, я всегда себя так чувствую. Это, кстати, самая популярная тема была в Стиме долгое время по поводу Half-Life Alyx. Возмущение, почему мы играем за женщину. Потому что, когда я играю в VR, я не хочу отождествлять себя с женщиной. Тема номер один была самым большим количеством комментов там. Айрис, ты чё творишь? Look, now they can get across too. We should let Cloud know.
Cloud, can you hear me? We found the door to that ward he was talking about, but it's locked and we can't get it open. All right. About those preparations Hojo mentioned before. I think we're supposed to do something with that. A central terminal. Interesting. We were fiddling with some sort of control panel. Do you see a way to get across now? А, довольно прикольно, что вот так переключать надо постоянно. Right. We'll make our way to the central terminal. Sit tight until you hear from us. The hell kind of research is this? The cataclysm that came from the stars, Genova. Hojo has devoted half of his life to her study. I don't give a shit about any of that. The experiments in this facility involve the enhancement of life forms and machines through the application of Genova biological data. Hojo's plan is to pit his subjects against us, thereby facilitating their growth. So this asshole thinks he can treat us like his experiments. I know what fate awaits these creations. Let us put them out of their misery. We must first find a passage that leads to the center. Так, о, только не это говно. Шо, Крей, у меня же такой... А, я такого не осматривал. Окей. Это новый враг. Вот это я никогда бы не заметил. Так, Клауд, давай контратаку делай. Понятно. Yeah, получилось. Мне эта контратака ужасно нравится, я должен сказать. Бля, а как же это будет дальше? Интересно. Я имею в виду в следующих частях, когда спартийцев дохерище будет. Control panel. We don't have the means to go this way.
Блять, умный какой, пиздец. Wait a sec. Weren't the girls right by the door to the third ward? There are four switches. One for each ward. Тайм-материя. Ну не, ну когда-нибудь-то будет. Чё сразу никогда? Transfusion procedure complete. Commencing test of augmented research specimen. Эй, ну... Вообще-то пони летают, так что это ты сам над собой сейчас посмеялся. Мне только третий остается открывать, да? Больше никакому я пойти не могу. Если ты не знал, они поделены на три расы. Это земные пони, пегасы и единороги. Так. Так, что, мне надо переключаться опять, да? На другую партию. Tifa, you there? We accessed the central terminal. The door should be unlocked now. Final. А, ну они не читеры, они это заслужили своими какими-нибудь особо выдающимися вещами. Они получают или рог, или крылья и бессмертие вдобавок. Так. Короче, я чувствую, с таким количеством персонажей, как сейчас здесь есть, вернее, в конце Final Fantasy VII, конец будет что-то типа Suicide Mission в Mass Effect 2, то есть когда каждый персонаж задействован и что-то делает. Чё-то щит не так помогает, как я думал. Так. А Айрис прокачалась посох, да? Нет! А что это за место реально? В Resident Evil 0 в таких клетках хантеров держали. Мега поушен, спасибо. У них что, лечилок нет? У меня в команде... Блять. Опс. Thank you.
Это... А, это пёсель обычный, господи. Ча вырвутся, да? У нас же не может такого быть, чтобы они просто все нормально сидели в клетке. Арис что-то какая-то дохлая. Неплохой, кстати, это первый раз, когда у нее этот лимит использовал. Мне как раз надо было избавиться от всех поушенов, что у меня есть. Отлично. И вопрос, прокачала ли она теперь посох? Нет, еще раз. Ну, не знаю, она охереть как дамажит магии, поэтому больше она как атакующая все-таки используется. Еще бы этот щит, он бы защищал побольше, чем с одной стороны, было бы здорово. А так она... Ну да, да. Этот, я думаю, мало ли пропустил. Этот, а так, в принципе, когда она раскладывает свою обилку, вот это с двойным кастом магии, это вообще, она уничтожает просто врагов. Еще псы, что ли? Это что, обезьяна? Надеюсь, один на один драка будет. А у меня СС материи нет. Не получится его просканить. Так, чем его долбануть? Давайте попробуем огнем. Не, на огонь он срать хотел.
a win. Так. Вот теперь она точно прокачала. Я надпись видел в этот раз. Так. Мне надо что? Мне надо этот посох, чтобы материя была слоты сразу поставить. Desperate Recovery — это что такое? Self-healing with low... А-а-а, понятно. Ладно, неплохо. Так, теперь пошли качать ей Magic Defense. Нет, Magic Power надо качать. Так, Buff Duration, не... Debuff Resistance, да. Magic Attack Power. А, да, конечно, да. Так, Magic Attack Power with Hype HP, so healing. Ну ладно, нормально. Упс, я случайно сюда зашел. Есть, интересно, ачивка за то, чтобы раскачать все оружие в игре? Наверняка есть. Так, Lightning Ice. В принципе, как раз для лечилки место освободилось, да? У Тифа отберем. А, блять, у Тифа отберем. Это не у Тифа. Так. А, Final Fantasy. Вот это Silent Hill Downpour. Не понял. А, я думаю, он потом его можно будет взять сейчас. Открою эти ворота. И останется с Silent Hill'ами всего ничего разобраться. Я не понял, это Red 13? Нет. Издалека показал, что это Red 13. Так. Шинра все через жопу делает. Блять, а я не посмотрел, как мне новый посох качать и что за атака там. Try using it.
Нет, нормально у тебя все со здоровьем. Охереть, серьезно? Так, сейчас. Блять, не туда зашел. Так. Ванчгур Мэджикл Ван Целайс, Ху Юс. Такой вот энергийный пошел. Охуеть! Вот это обилка, я понимаю. Так, я не понял. Is this really the exit? Не похоже. Блять, ток нет! Нет, блять, нет! Блять, нет, сука, я ненавижу, когда... Нет, я столько не осмотрел, столько не взял. Сейф 14-41. Так. Далеко было автосохранение? 41-14-24. То есть он еще и автосохранение сделал сейчас здесь же, что ли? Сейчас проверим. Блять, если так, это пиздец. Пиздец. Сука, я так ненавижу. Зачем закрывать проход на локации, которые вы, блять, на которых только что были. В Kingdom Hearts такого говна не бывает. Там есть у тебя Point of No Return, тебе игра говорит, у тебя Point of No Return. Блять. Молодец, Тифа, да, ты, блядь, куда надо убежала. Блять.
dig deep for this one. Watch yourself. So it's my turn? I'll help you through this. Не понял, вот херня была жива до сих пор? No surprises there. Так, Арис плохо с маной. Придется Эзер жрать. И не один даже. Блин, обидно-то как, а? Я надеюсь, я ничего такого серьезного прям не пропустил. Так, Bottle of Ether, спасибо за это. Да я просто не люблю, когда этот так пропускать приходится. Вот, кстати, вот Кайри могли сделать тоже вот такие вот шорты. Вместо того, чтобы сделать ноги, уходящие в void какой-то. И все было бы окей. Как Юзакун, который носит Тифа. Here a little while ago, so you should be able to get to the other side. Can you check? Roger that. I'm getting pretty bored anyway. You two stay there. We'll call if anything comes up. Okay. Be careful. Так. Это у нас здесь открылось, да? Погодите-ка, тогда мы сделаем вот так, нет? Transfusion procedure complete. Commencing test of augmented research specimen. У Клауда-то мы прокачали все, нет? Что у него-то было с этим мечом? Контратак анлишт. Ау. Ну как же. Kingdom Hearts 3. Так, ну... В принципе, сколько там времени? 19:49. Я думаю, тогда может здесь остановиться, чтобы хоть что-то завтра тогда добить. Тут, наверное, не так уж и много осталось. Как раз вот эта глава и следующая. Часа два с лишним. Ну, отлично как раз, да. Только я на всякий случай опять на мануале сохранюсь. Ну все, значит, не верится. Завтра добьем ремейк FF7. С ума сойти.
Много сидра не бывает. Ну ладно, все. Всем спасибо. Всем пока.